Если меня кто-нибудь слышит, отзовитесь. Оп! Всех приветствую. Кого давно не видел. Тому однозначно. Двойной привиток. Привет, привиток. Продолжаем прохождение Doom Eternal. Пытаюсь запрыгнуть на вот эту вот интересную штучку. Нам надо добраться до вот этой стены. Не получилось, не прошло, Все заново. А Думер, как суждено, не всегда цепляется за нужную поверхность. Поэтому всем рекомендую почаще нажимать кнопочку R3. Это правый сосочек в DualShock'е для того, чтобы главный герой не падал лицом в грязь. Так. Очевидно, нам сюда. И все, мы на месте. Все сбылось. Что впереди? Впереди вижу... Если вдруг, ты видишь запас патронов, то обязательно готовься к тому, что это змейка сюда придет. Все, минус глист. Глиста больше нет. Грустить по глисту точно не надо. Отправляюсь. На метку я не пойду, так как это явно продлит путь. Я заберу ключ. Синий кровавый ключ найден. Поздравляю вас с этим событием. Поздравляю. Когда им заимел синий ключ, открылись двери. Тут стреляют сказочные турели. Двойной прыжок и бустер помогает тебе выбраться отсюда. Так, путь опять через жижку для вейпа. Полетели. Зона заблокирована, пока они не проиграют. А это, друг мой, может длиться достаточно долго. Зря криптой ударил. Вообще, всем рекомендую криптогранатой не пользоваться. И это Биг Мак. Очевидно. Все не так уж и просто, поэтому в этот раз используем ружьишко. Найден вопрос. И что это? Пластинка? Мини-альбом. Хорошо. Прослушаем позже на досуге. Так, теперь я пойду вот туда. Хотя, может быть, зря. А может и не зря. Отправляемся вперед. И... А что это значит? А, можно доскакать до вопроса. Ну-ка, к вопросу. И еще одна игрушка. Найден меха-зомби. Чудесно. Чудесно. Так, я, пожалуй, приоткрою занавес карты. Мне необходимо восстановить питание. Чтобы восстановить питание, нужно вернуться вот в этот сектор. И как же мне туда вернуться? Тыр-т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 ыр. И где он соприкасается с локацией? И как это сделать? А почему я вообще нахожусь? Где я? Вот я. Окей, все вопросы разведаны. Будем искать путь-дорогу.
Путь-дорога явно не близкая, поэтому необходимо приложить максимальную изобретательность в данном вопросе. Я, пожалуй, зеленых указателей нет. Вот в чем весь фан. Фан в том, что указателей-то и нет. Бомбалейла. По старому пути пойду домой. Тут мы проходили через низ однозначно. Мы вышли не там. Забыл путь. Телепорт. Вообще, по идее, я должен выйти, насколько я помню. Это мини-сражение, можешь участвовать, можешь нет, оно бесполезное. Совершенно. Предложение, конечно, интересное, но, пожалуй, не сегодня. Сегодня день прохождения, а не мини-сражения. Так, этот чувак в тот раз отдал мне монетку. А в этот раз уже ничего не хочет отдавать. А говорит о чем? Это говорит о том, что загадочка была разгадана. Сюда я уже телепортировался. Подъемчик вверх. Поднимемся. Здесь я забирал руну. Помню это местечко, помню. Здесь всячески пытались не наступить на это чудовище. Здесь спрыгивал вниз и начинал бой. Ех, было все это, было, друзья мои, было. Найден новый секрет. Получена дискета с бесконечными боеприпасами. Все дискеты обязательно найду, но после основного прохождения игры. Метки остаются у вас на карте. Отдельное видео записывать не будет вообще никакого смысла в этом, по той причине, что вы сможете сделать это самостоятельно. Иногда эволюцию нужно немного подтолкнуть. Так, нас выкинул. Все возможное. И показала, куда можно пойти. А пойти нам нужно вверх. А чтобы пойти вверх, нам, насколько я помню, необходимо туда запрыгнуть. Корпорация устраняет разрыв между человечеством и загробным миром. Отлично. Ключи найдены, и ответ находится здесь. Очень хорошо, что есть такая подсказка. Ну что? Используем первый ключ, наверное, да? Нет. А в чем проблема? Так, я не понял. Фишки. Типа с этой стороны к нему подойти? Нет. Очень странно. Очень странно. А, ну понятно. Потому что мне необходимо восстановить питание для того, чтобы уничтожить кровавое супергнездо. Так, питание явно не здесь. Короче, ладно.
я пойду пока поброжу. Вот такая цена у ошибки. Не забудьте поучаствовать в параде корпорации в честь альтернативно живых. Он начнется сегодня в 9:00. Круто, я очень за них рад. И за этот фестиваль живых. Ну, проход был здесь однозначно. Иногда теперь проход не открывается. Иногда эволюцию нужно немного подтолкнуть. Мы в корпорации делаем для этого все возможное. И что делать? И как быть теперь? Что, самое время прикинуть, что к чему. Я предлагаю вернуться все же назад. Да-да-да, в самый назад. И здесь сейчас по карте будем разбираться, как вернуться. Хотя бы к тому месту, где вот эти все тошнотики происходили. Попробую заскочить туда на огонек. Да, это правильный маршрут. Здесь придется быть поизобретательнее, нежели в обычное время. Но мне, конечно, бы очень хотелось, что это, чтобы это было основным путем. Да, однозначно основной путь, так как есть такая преграда в виде Биг Мака. Ключ палача открывает находящиеся рядом врата палача. За прохождение всех 6 врат палача вы получаете доступ к разветвитель в твердыне Ров. Окей. И несмотря на все то, мне кажется, мы на правильном пути. Потому что именно здесь на меня начали нападать эти злые. Быстренько подхватываю плазменное ружье. И пошел прогресс. В этот раз они прям нахалы. Давай, Архатрончик, хватит с тебя. Так, ну что? Синий ключ удается подключить очень хорошо. И теперь красный ключ. Адский барьер открыт. Этот вентиляционный люк приведет вас прямиком к терминалу. Ну все, договорились. А уровень здоровья упал. Ну, последнего жреца нереально круто защитили, скажу я вам. А вот тут уже все выглядит как-то слишком зловеще. Хотя, опять же, плюс-минус. Критический уровень здоровья, ничего не работает. Хм.
значит, виднее всего, куда-то здесь можно пройти. Или зря я забрал эту трубу. Заблокировано. Почему? Потому что нужно нажать рычаг. Бинго! Победа! Отсос генератор запущен. На полной мощности. Перезагрузите его с командной консоли, чтобы убить сердце. Поехали! Генератор перегружен. Двигайтесь к порталу выхода. Внимание! Основной генератор перегружен. Повторяю, основной генератор перегружен. Проследуйте к ближайшему аварийному выходу. Шатал, хорошо. Меньше демонов, меньше проблем. Меня что-то нереально бьет током. Мне кажется, что у меня уже здесь все бьет нереально током. Да, 30 секунд времени и все. И все. Понятно, добило. Эх, пойдем на контрольную точку опять и снова. Кровавое супергнездо радует глаз однозначно. Ну что, сердечко уже не осталось. Я думаю, разгадочка близка. Разберемся в этой серии. Дадим по щам всем демонам. Все будет красиво. Короче, если я останавливаюсь... Внимание! Основной генератор перегружен. Повторяю, основной генератор перегружен. Проследуйте к ближайшему аварийному выходу. С ними можно типа и не воевать? Ну, почти не воевать можно. Все-таки немножечко отбиться стоит от некоторых из них. Ответ найден. Была одна стена, которая была с пометочкой на то, что можно по ней полазить. Так, я залазил сюда с целью. С целью, чтобы спрыгнуть. Начал процесс самоликвидации комплекса. Сохраните работу и проследуйте к ближайшему выходу. Это, конечно, было не самое лучшее мое решение, но... Мне оно показалось понятно. Всяко лучше предыдущих. Так, тут что-то все уже на грани. Вау! Все получилось. Потому что... А кровавое супергнездо пройдено, и это хорошая новость. Мы зажимаем Х, чтобы продолжить. Проходит сохранение. Продвигаемся далее. Посмотрим.
Возвращаемся в твердыню Рока. Нам рассказывают про чит-коды. Чит-коды — это здорово. Имеет, как говорится, место быть. Имеет место быть. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Мне самому интересно. Мы должны были приблизиться к жрецу, но я так понял, что я вернулся на базу вследствие того, что... Да. Местонахождение последнего жреца неизвестно. Класс. Вторжение демонов невозможно остановить, пока не уничтожен жрец и его страж. Чтобы найти последнего жреца, нам потребуется помощь. Рекомендую вам связаться с доктором Хайденом. Я настрою портал на командный пост комитета. Давай так. Телепорт обязательно настроим, послушаем, что нам скажет помощник. Но сперва я хочу использовать батарей и открыть этот костюм. Посмотреть, каким я стану железным человечком. Форма морпеха открыта. Ну, зато ЛГБТ-френдли костюм появился. Поэтому плюс, очевидно. Не минус же. Отправляюсь настраивать телепорт. Нужно найти Сэмуэ. Так, я прыгаю в черное отверстие. Красиво. Очередное сохранение. Вот. Мы попадаем в комплекс комитета. Уничтожьте кровавое супергнездо. Вы продолжаете поиски последнего жреца. Преисподней Канцезидательница потрудилась на славу, и теперь вам не под силу найти его без посторонней помощи. В надежде встретить доктора Сэмуэла Хайдена, лидера повстанцев, вы отправляетесь в исследовательский центр комитета, служащий штабом движению сопротивления. Только Хайдену под силу отыскать последнего из жрецов. Я думаю, что... Хайден вряд ли живой, а комплекса давно нет. Идите вперед нет. И найдете доктора Хайдена. Ранее в этом комплексе располагался штаб сопротивления. А что в нем теперь? Хорошие новости для верных. Предатель Сэмюэл Хайден погиб. Чего, блять? Комитета больше нет. Надо подпрыгнуть в конце, да? Но на самом деле не очень хорошо, что он типа погиб. Внимание, персонал под угрозой. Начинаем процедуру эвакуации. А как же ваша вот эта великая история о том, чтобы меня остановить? Мне уже не останавливаете. Мне не совсем понятно, откуда столько мощи в данном случае. Хорошо, хоть пока хвостатых нет. Но честно сказать, соскучился я без кака-демона. Окей, поиграю с бластером. Вспомни о черве, и он придет сам к тебе. Прости, червяк. Но на рыбалку мы не собирались, поэтому тебя я не звал, очевидно. Космодесантника вырубил. Ух, красота-то какая. Ох, твою мать, красотища какая.
наконец-то я дошел до него и лупанул его руками. Так, ты где? Иди сюда. Иногда в ход пускаю бензопилу, не всегда, конечно, но иногда пускаю. Остатки разлетелись по ветру, расщепило бедолагу. Вот и муха. Короче, почти всех встретил. Как и демон, только пока не прилетал. Так, пора отправиться на помощь мухе. Все, турборанец не выдержал такого наплыва энергетической мощи пушки. Расщепило, или он... Да. Но обороняются они, скажу я вам, достойно. Мы же там говорили туда-сюда. Давайте уйдем. И это Биг Мак. Гамбургера больше с нами нет. Локация здесь не маленькая. Мало боеприпасов, и идет сигнал, типа сейчас прилетит ракета. Но если локация большая, значит и приколю должно быть много, правильно? Правильно. Адзе приколюхи, а приколюх нет. Потому что все пусто. Мне кажется, что я пришел туда, откуда я ушел. Почему-то. И что это значит? А, это значит, типа еще не всех добил. Да. Так, минус один глист. Сейчас я его самоизолирую. Вот в этом разгадка. Мочишь всех. Внимание, штаб комитета находится под угрозой. И что они сейчас будут типа все упорно засчитать? Вас ждет просветление. Так, тут появился пол, это лава. А твоя подруга, ну ты понял. В смысле он исчез? Must have. Так, я пищел дальше. По туннелям любви. Билборд KFC. А я уж-то было понадеялся. Зеленая лампа, хороший жест. Телепортирующиеся глисты, плохой жест. Уф. Парни с фаерболом, и это Биг Мак. Ну, с Биг Маком у меня получилось разобраться. Наличие только ракетницы, как обычно, раздражает, но это не критичная ситуация.
двигаюсь, как говорится, без повода. И в чем фишка? А, в том, что нужно наверх прыгать. Думер, если что, не умеет приседать. От слова совсем. О, привет, пацаны. Устроим пилинг. Пацаны записывались на ноготочки, поэтому... Не смогу им в этом отказывать. Ну и мухи совершенно... Тоже давным-давно пора познать, кто такой главный думер на деревне. Внимание! Сэмюэл Хайден погиб. Комитета больше нет. Всем немедленно покинуть комплекс. И тут как тут муха прилетела. Я, пожалуй, пойду туда, откуда я пришел. Минус червяк. Сейчас я его ушатаю. Вот. Это настоящий Биг Мак. Вот это я понимаю история. Красиво. Ты вошла в мою дерзкую жизнь. Прости. Только что я очень жестко лоханулся, и это мне чуть не стоило было жизни. Сорян за невнимательность. Плюс один распил. Биг Мак почему-то не хочет самоуничтожаться пока что. Телепорта тоже не стало. О, как демон. Пизда мне, блядь. Одна ошибка стоит жизни. Поэтому мы стартуем с контрольной точки. Возьмите все, что вам нужно. Понятно, что нужно брать все, что нужно. Зверское убийство здоровья. Бензопила, боеприпасы. Изрыгатель пламени. Броня. Прокачиваемся на 100. Внимание! Сэмюэл Хайден погиб. Комитета больше нет. Всем немедленно покинуть комплекс. Если разгадка в этом, то я немедленно покидаю эту территорию, начинаю... Понятно. Разгадка явно не в этом. Пока здесь мухи и им подобные, ни хрена хорошего не получится. Потому что муха... Ведет достаточно точный арт-обстрел, чтобы разорвать твое дупло. Так, очередной Биг Мак сюда прибежал. Обычные патроны против него бесполезны, фактически. Работаем, работаем. Очень досадно, я просрал одну из серьезнейших гранат. Он замедлил время так, чтобы я не смог его вынести. О! Как демон.
точнее, как о демон. Минус глаз. И муха появляется. Ну, муха — это не страшно. А вот это уже страшно. Этот чувак реально умеет телепортироваться. По всей карте причем. И скачал он як надо. Вот это такой урон он оставляет, если что. А это уже проделки мухи. А вот и муха. Цокотуха. Мало боеприпасов, но зато от мухи ничего не осталось. Это как главный плюс ситуации. Я бы еще сильнее усилил магнитное оружие, но, к сожалению, пока что это невозможно. И РПГ разнесло ему ебасосину. А это, если что, из плюсов. Попробую поискать что-нибудь прикольное. Локация огромная, поэтому я надеюсь, что... какие-то ключи здесь можно будет найти. Разгадку на эту загадку. Поэтому, чтобы у вас не повторялись те же ошибки, внимательно следите за развитием. Прохождение. И все у вас пойдет как по маслу. А может быть даже и немножко плавнее. Так, я направляюсь к очередному реле. Проход к цитадели доктора Хайдена закрыт. Идентифицированы две турели. Расчет оптимальной траектории стрельбы. Готово. Обе турели позволят расчистить путь. Отмечаю их. И сразу братишка с хвостиком выбежал. И в этот момент, в эту секунду точнее. А, он еще и кусается, ну чё. Короче, из-за того, что там было очень грязно, я опять его перепрыгнул. Да ну. Чё, рил, так было возможно? Очень близко. Он слишком близко, друзья мои. Так. Блять, он еще прыгать умеет. А, это кишки его умеют прыгать. Ну тогда ладно. Против этого ничего не имею. Но зато он открыл нам путь. А вот и Архатрончик. Давно тебя не было в уличных гонках. Минус глаз. А вот и муха-цокотуха пришла к нам. Да он улетел, 100%. Сейчас опять из-за спины ударит. Да не, вроде не дышит. Так, я выбираю жить с боевым дробовиком. Так, кибер-манкубус. Разновидность манкубуса, которая стреляет издалека и создает опасные зоны. Одного кровавого удара хватает, чтобы полностью разрушить его броню. Но его нереальные персонажи защищают, скажу я вам. Вот такой... вот этот парень достаточно непростой игрок. А заводной в попу. Первого охранника я разрядил. Где манкубус? А вот и второй прикол. Он еще и жижкой плюется для вейпа. Ой, побольше постреляйте, и тоже от него ничего не останется.
так что не переживайте. Никто вашей славы просто так не заберет. А тем временем я подобрал канистру, нашел какие-то базовые патроны, переключаюсь на дробовичок, на ружьишко. О, там у пацанов писка. Опять эти гомики здесь собрали, мать. Давайте, короче, выходите. Они через стену попадают, вот в этом главная проблема. Ой, как неожиданно и приятно. Это было слишком приятно, правда? Надеюсь, его хоть чуть-чуть, но задела эта история. Писта мне, писта. С контрольной точки пойду туда же я. А никто не говорил, что будет очень упорно я борьба с жителями комплекса. Эх, дружочек, дружочек. В смысле, от него ничего не осталось? Одного кровавого удара хватает против Манхуса. Для того, чтобы он вздохнул. Один удар, и он ушел в нокаут. Так, я пойду погоняю этого своего друга зубками, чтобы он не обольщался на то, что у меня там что-то когда-то не получилось. Захвачу с собой канистру и вернусь к друзьям. Я даже не помню, кто в тот раз меня вынес. По-моему, сама ситуация меня вынесла. Но я точно знаю, куда в этот раз нужно пострелять. И на этот раз я возьму самую тяжелую пушку. Как вам такое, друзья, нравится? Подходит вариант? Борьба с пулеметом им однозначно понравилась. Вижу одного телепортирующегося маньяка. Вот. Любитель. Поворачивать головешкой. Еще один такой же. Манкубус. Уф. Тараканчик на ножках. Криповая гадость. Быстро перебегается. Хорошо прыгает. Можно сказать, что летает. Он же в неподходящий момент является 100% гарантией того, что вы начнете играть заново. И еще раз, заново, заново и заново, что он выносит вас по полной программе. А шуму-то сколько было, правда? И дергался. Чего? Очевидно, кто-то ведет стрельбу. Чувак. Я устрою тебе запись на ноготочке в другой раз. Не обижайся. Ну, вроде все. Идем далее. Ну, кто бы сомневался, что вы отсюда выйдете? Я вот лично ни разу не сомневался. У них же было на лице написано. Найдена карта.
Рекомендую пошляться по зданию, может, что-то более интересное найдете. Я вот только карту нашел. Так, стоп. Здесь можно поучаствовать в боях. Вижу фиолетовый кристалл. И я так полагаю, что путь к нему через вот этот проход шоколадный. Найдена игрушечка. И новый аккумулятор. Зачет, зачет, зачет. Ага, понял, понял. Вот только что было реально обидно. Столько труда, столько сил, столько энергии положил. Эх. Сейчас я вернусь. Все получится. Авторитетно заявляю, что я справлюсь. И? Что это значит? А, это значит, что я и там, и не совсем там. Ну окей. Ключ палача получен, а вместе с ним я смогу. Что-то однозначно я смогу. Так, на улице нам никуда не надо. Однозначно трамплин. Ну, кто б сомневался. И сразу первым делом на муху нарваться. И телепорт еще здесь. А ты что, крылатая чмо, иди сюда. Сразу убегать пытаются. Ужасть. Что тут только что происходило? Ну хорошо, что есть ружьишко, и взрывная волна убирает их, как положено. Без этого никуда не денешься. Вижу что-то прикольное. Доктор Елена Ричардсон. Запись 002. Анализ палача Рока. 24 января 2163 года. Объект никак не может быть демоном. У нас есть образцы крови с марсианской базы. По ним видно, что у него четвертая положительная группа крови. Он мужчина. Геном относит его к человеческой расе. Но силой, быстротой и выносливостью он превосходит других людей. В образцах крови есть объекты неизвестного происхождения. Как активный участник научного сообщества, я не могу согласиться с предположениями некоторых коллег, что он, за неимением лучшего термина, бог. Ангел мщения, десница самого Рока, явившийся, чтобы спасти человечество от грехов. Но не могу и отрицать, что время его прибытия, образы его врагов, сама адская атмосфера, постигшая нас катастрофы, все это, несомненно, поколебало мой научный скептицизм. Понятно, что нихуя не понятно. У каждого остается свое отношение к палачу Рока, я все же считаю, что он просто нубас. Так. Походу надо прыгнуть вниз, чтобы подняться еще выше. Ну го. А куда уже выше? Еще раз. Ага, все. Так, я запрыгнул куда надо. Тут браво военные ребята. Все? Чё-то тихо сразу стало. Пару плюшек с пулеметом и все как в старые добрые времена. Пока поддостану тяжелую пушку. Но очевидно туда. Да, из домика в домик будем прыгать. Братва. Не стреляйте друг в друга. Вот если бы они меня не атаковали просто так вот, тупо, как они любят это делать, я бы, может, и мимо прошел, и даже не тронул никого. Дружок, ну чё ж ты стреляешь?
и мухи притянули. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Муха, а ты куда хоть? Вот ты куда хоть? Объясни мне, пожалуйста. Ты хоть вот на что здесь вот нужна была? Только, понимаешь ли, с ребятами начал по-доброму разговаривать, договариваться. Дипломатические отношения вести. Нет, вы идете сюда. Не слабый самолет. Самолетик это хорошо. Самолетик мне понравился. А кто-то еще и пытается в меня при этом пострелять. Да? О, да. Он еще и вот там находится в окне. Если прыгаешь так же, ставь лайк этому видео. Так, раз, два и вон сверху три. Но я думаю, что это не так. И не нажимай на кружок. Тупо прыгай. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз. Тоже нет. Вообще не долетел. Я не понимаю уже, в чем прикол. Камеру максимально вверх задирай, и может быть что-нибудь получится. Но это не точно. Вот однажды как демон придет. И пока ты ему глаз не натянешь на одно место, он будет тебя грызть. Надеюсь, бонусную жизнь я не задействовал в данный момент. Так, стрелять из этого я вообще ни разу не готов. Парам-парам-пар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 arar Допускаю. Тогда почему не могу пройти сквозь окно? Прыгаем на стену дома твоего. Вот разгадка. Отлично, прыгаю на стену дома твоего. А почему я опять здесь? Ну что, пробуем задрать камеру как только можно выше. Успех, успех, очевидно. Если поворачиваешь левый сосок не в ту сторону, вот что получаешь в ответ. Просто не допрыгнул. Критический шанс. Но все. И мы начинаем с контрольной точки. Эх, комплекс, комплекс. Все мы все поняли. Бустер наше все, без бустера ничего не будет. А с бустером все обязательно получится. Блять, что-то я очень далеко упал, однако. Не замечаете это? Вот никакой дипломатии с ним не добьешься. Кого не разорвало, того порубил. Однозначно пора брать какое-то более легкое оружие, потому что патрончики сейчас закончатся. И далее будет слишком грустно с ними со всеми воевать.
Радует меня то, что я муху не вижу. А, нет, вижу. Или не вижу. Не, мухи вроде не было, правда? Вот и я муху не застал. А где муха тогда? Понятно, опять это проебывается. Я не знаю, как у меня это в тот раз получилось, реально. Я просто не понимаю, как это сработало. Но как-то же это сработало. Но в чем проблема была захватиться? Короче, ладно, я там видел стену. Однозначно. Но эта стена, вот она. Получилось забраться на стену. И это не так уж и плохо. Первая зона есть. Лови какашка. Сейчас он ее проглотит. Ну, блять, он еще и кусается, когда к нему подходишь близко. Отдай глазик. И отлетай, отдыхай. С одной стороны, вам может показаться авторитетно и очевидно, что нужно прыгать туда, но ни хрена подобного. Туда не надо прыгать, что ты туда тупо не запрыгнешь. Маловато света. Маловато света. Это говорит, в свою очередь, о чем? А не о чем. Не о чем. Что-то здесь есть. Но это, очевидно, не пропадение. Короче, первая загадка разгадана. Не обязательно прыгать и рвать жопу. Ну или волосы на жопе, кому как удобнее. Блять. Давай, последний шанс. Не просри его. Не просрал. Так, с первой стенкой ситуация вполне разгадана. Скажу я вам. Здесь можно запрыгнуть повыше. Очевидно, это о чем-то говорит. Вообще ни разу не подумал бы, что оно вот так работает. Меня почему-то ведет зона вниз. Но это вообще не так работает. Ни разу не так. Я попытаюсь войти в это окно, но ничего пока не обещаю. У меня сейчас контрольная точка, придется начинать. Оп, терминал. Доктор Елена Ричардсон, запись 005, анализ палача Рока. 2 февраля 2163 года. Возможно, он бог. Возможно, он олицетворяет гнев человечества. Его волю к жизни, стремление преодолеть то, что угрожает нам. Он не идет на компромиссы. Он без устали сеет насилие и не ведает ни малейших колебаний, в отличие от многих наших лидеров и политиков в эти непростые времена. Сможет ли он победить их? В одиночку. Если не сможет, то все мы, весь наш вид, обречены на гибель. Чуешь? Чуешь? Дезинфекция, сынок!